Нет, это волосы. Волос. Причем они светлые, а кончик темный. Сегодня ученые получили еще одно доказательство, что снежный человек, который обитает в Азорской пещере, скорее всего, блондин. Несколько волос, которые случайно обронил Йети, они аккуратно собрали. Эта находка стала поводом для новой дискуссии. Правда, заметили, что повсюду в пещере наступает лишь правая нога. А где же левая? Дмитрий Иванов, Сергей Бабичев, Александр Ганов. Вести, Кузбасс, Горная Шория. Пока мы не обнаружим костные останки этого снежного человека, говорить о нем бессмысленно. Он не инопланетянин, и он живет не больше, чем человек. Около 100 лет эта проблема муссируется. Значит, должны быть костные останки. Молки. Почти 40 лет он исследует звуки с помощью дистанционных микрофонов, записывает Йети и уже собрал... 2 метров, почти как у российского боксера Николая Валуева. Он также участвует в поисках снежного человека. Но зоолог... В людях полная информация. Оказывается, на планете их тысячи питаются желудями.